передачи. И Санников, наверное, ударит Кулику за воротами Романа Вилла. Ой, как Кулик-то отдал. Но зачем назад-то Кулик отдал? Прямо под бросок Кузьмину. Пока только Лалыкин вышел. Вот, бросок и добивал. Тихонов 2-0. Мгновение потерял шайбу Роман Вилл. И как раз Виктор Тихонов блестяще сыграл. Прорываются пустые ворота. Башкиров. И пустые. 3-1. Салават Юлаев. Сейчас Светлаков из угла на пятак. Соткин там был, не Соткин, Попов, и шайбу в ворота. Выиграем, Динамо с отбрасыванием в чужой зоне. Байков! Он шел к этому весь второй период. Да, он мог стать героем, а тут момент у противоположных ворот чудовищная. Оплошность, и ЦСКА вновь вырывается вперед за 6-20.